Всем привет, меня зовут Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixel Mon. Так, начнем. Что мы делали в прошлом эпизоде? А в прошлом эпизоде мы, наконец-то уже, эволюционировали нашу рыбу вот в этого, так бы, не знаю, как сказать даже, мутанта, переростка, ну, короче, вот это Гюарадуса, как-то так он называется. И нашли очень классного покемона Бульбасавра, ну как раз вот этот, не знаю, как его уже назвать, убило его, и мы его не словили. Ну, зато в конце мы... Иди ты... И, ну, зато в конце мы нашли... Да, вот тебя. Так. Я думаю, вы уже заметили, что я уже себе наконец-то делал полную плантацию черных априконов. И это очень хорошо, так как уже будут покеболы, покеболы, еще больше покеболов. И думаю, вы на меня не будете обижаться, ругаться, огорчаться. Но я думаю, вы помните, где мы остановились, когда словили Пикачу очень далеко от дома. Ну, где-то метров 600-700 было точно. И пока я возвращался домой, я нашел на земле два покебола, ну, с которых выпадают, с которых выпадают вещи. Мне выпал еще один Эзер и какой-то Люксери Бол. Не знаю, чем он лучше вот обычных или ультраболов, или еще каких-то, ну не важно. И я еще спустился в шахту, нашел шахту, ну, по дороге. И просто мне еще нужно было вот угля, я себе добыл 3 стака, и немножко вот железной руды. Еще я, в общем-то, пошел в шахту для того, чтобы добыть алюминия. Вот, кстати, он вот тут, 31 штука. И спросите вы, зачем мне нужен был алюминий? А нужен он мне был для того, чтобы в будущем сделать себе, ну, когда уже вообще ничего не останется делать в этом моде, сделать себе две машины. Fossil машины. Ну, они там как, ну, делают каких-то старых покемонов, которые не входят в этот мод игры, которых вообще нельзя найти, например, на просторах этого мира, только с этими машинами. И вот, кстати, когда я был в шахте, я вот нашел этот камень. Fossil, упс. Fossil камень. Он очень редкий, очень. Я даже думаю, вы мне не поверите, что я его нашел, но я действительно его нашел. Сразу, как только спустился в шахту, сразу он, ну, передо мной был почти. И как раз я думал, что потом нужно будет сделать вот те как раз машины, про которые я сейчас рассказывал, но я нашел вот этот камень. И благодаря этому я думаю, что этот эпизод нужно посвятить как раз вот тем двум машинам, которые нужно сделать, которые я хотел делать, ну, немножко позже. Не знаю, когда, ну, позже, точно позже. Ну, так как я нашел вот этот камень, я думаю, что все-таки я сделаю как раз вот сейчас. И думаю, в этом эпизоде или уже... В следующем эпизоде у нас будет новый покемон, так как вот этот камень, что я нашел, фоссил, это как бы, как это сказать, ну да, закаменелый покемон, как бы. Он жил, бум, превратился в камень. И для того нужна первая машина, чтобы как бы очистить этот камень, что он как бы избавить его от лишнего хлама, как-то можно так сказать. И потом вторая машина, чтобы оживить как бы этот камень, ну, как... из него вылупился, типа, новый покемон. Ну, да, как-то так. И... Да, ну вот и все. Впрочем, я все сказал, что я хотел. И думаю, что можно начинать делать вот те две машины. Как вы видите, я уже себе сделал тут небольшую заготовку для, ну, для тех самых машин, так как в доме у меня уже места нету, а вот так лупить
посреди комнаты я не буду, так как... Ну, просто места не будет. Кстати, я себе пол уже сделал с той шерсти, что мы нашли. Ну, конечно, еще не весь. Нужно будет еще добить немножко, ну ладно. Эта серия не об этом. Так, с чего бы начать? Я даже не знаю. Думаю, что немножко очищу свой инвентарь от всякого хлама. Я не знаю, сколько нам нужно будет слитков алюминиевых. Посмотрим. Этого много будет. Нет, не сюда. Иди сюда, назад. Вот в этот ящик. Ты... Да, вот тут вся руда. И уголь. Всякие хламы тут. Чё-то я вообще запутался. Ну ладно, короче, начинаем делать две машины. Первая машина называется Fossil Machine, как-то так. А вторая машина называется Fossil Cleaner. Клинер, да, как-то так. Ну, чтобы очистить вот этот камень и потом его оживить, да. Я, кстати, не знаю, что мне за покемон попадется с этого камня. Посмотрим, да, еще раз. Ну, начинаем. Так, нам нужно еще два ведра. Нам нужно стекло. Да, думаю, что хватит. Три ведра воды. И еще. И да, стекло у нас есть. Ну что, начинаем. Первую часть машины, кстати, одна машина, первая, чтобы оживить вот этот камень, состоит из четырех частей. Каждую часть достаточно таки нужно, ну, нормальное количество ресурсов, чтобы ее скрафтить. А вторая машина, ну, достаточно таки легко крафтится. Да, вот первая часть, стекло или что это, ну, что-то типа того. Так. Сейчас нам пластины нужны, и нужна красная пыль, и нужен обсидиан, чтобы сразу все скрафтить. Так, думаю, вот как-то так. Да, еще одна часть. Теперь вот, если я помню, вот так. Да, еще одна часть, и теперь вот так. Так? Да, вот так. Я думаю, что все у нас уже одна машина есть. И вот вверх. Да, Fossil Machine. И сразу же сделаю другую. Но на другую нужно еще 4 алюминиевые пластины. А у меня как раз когда я делал, ну, можно сказать, перед съемкой алюминиевой пластины, у меня... Ну, сломался вот тот молоток, но это не проблема. Можно его вот так сразу сделать. Опять пум. И нужно еще 4 штуки. Так, это, думаю, быстро, много времени не займет. Там-трам-трам-та-там. Ну, одна есть. Еще 3. Кто там летает за окном? Вы видели или нет? Или мне показалось, не знаю. Еще две. Да, еще 2 штуки. Звуки ада, портала слышно. Даже слишком. И еще одну. Давай быстрее очку. Да, все-таки кто-то там летает. Я не вижу. Так, все, начинаем делать вторую машину. Нет, что-то тут не так. И я уже не помню даже, как это делается. Вроде вот так. Я помню, что вот так.
чё-то... Или вот так... Да, вот так. Чё-то я запутался. Ну, ничего страшного. И где это было? Ну, пусть будет тут. И всё, у нас есть уже две машины. И сейчас, думаю, нужно будет закончить строить. Так, если будем заканчивать строить дом, нам нужен топор. Без топора никак. Так, иди сюда. Рыбку в печку. И больше ничего нет. Иди, ты пусть будет. И побежали. Немножко нарубим деревца. Это соберем потом. Сейчас нет времени. Так, качнем нашего... Да-да-да, тебя. Немножко покачаем. И тебя. Так, иди назад. Какой-то клоун. Большой, ну пусть будет. И тебя убьем. Не проблема. Не Пикачу. Ты еще слаб, я думаю, для этого. Клоун. А ты как раз более-менее. Да, все трое выиграли опыт. И не мало, даже много. И... Чё я хотел... я хотел деревья нарубить. Уже вообще забыл. Так, покушать нужно. Кстати, повезло мне с этой картошкой. В НПС... NPC, как там, в деревне. Своровал где-то 60 штук, а она все-таки неплохо восстанавливает. Одна картофелька, сразу три сытости. И это все-таки очень много. Например, печеньки тоже вроде по одну сытость восстанавливает. Если я не ошибаюсь. Их тоже всегда много есть. Ну, и вот картофеля тоже много есть. Но они почему-то даже таки очень много восстанавливают. Почти как стейки. Может чуть-чуть меньше. Ну, не важно. Главное, что очень много. Сколько у нас уже дуба есть? А, да, 35 штук. Ну, думаю... Один стак набьем, чтобы уже наверняка. Кстати, мне пару уже людей написало в комментарии, как бы ачивки. Первая ачивка, чтобы я как раз делал, вот, нашел вот этот камень, и как раз делал фосил машин. Я как раз уже сделал. Вот думаю, что да, эта ачивка может уже считаться выполненной. Вторая ачивка была словить слоупока, но это, я думаю, уже потом немножко. И третья ачивка была убить 10 покемонов не меньше, чем 10 уровень. Ну, думаю, это будет легко, даже слишком. Я уже 2 убил. Ну, когда выходил из дома и шел убить деревья. Сколько у нас деревца? Деревца, думаю, нам хватит. Да. А ты какой уровень? Ну, чтобы убить тебя, сгодится. Так, меняем на Шармелеона. Кстати, Шармелиону или как там, не хватает 3 уровня. Нет, не 3, ошибаюсь. 7 уровней. И потом он уже эволюционирует Шаризарда и все. И на нем уже можно будет летать.
видеть вот это сюда. Что-то я тут пропустил одно место. И что типа? А, теперь вот. Так, что-то я уже забываюсь немножко. Тут там не нужно. И продолжаем делать наш домик, где будет как бы, ну не знаю, как это назвать. Пусть будет лаборатория, по изготовлению покемонов разных, редких, с разными всякими машинами там. Потом еще можно будет сюда ученого переместить из деревни, которая у нас где-то вот в этом направлении. Будет у нас какой-то там профессор по покемонах. Ученый. Доктор. Ну ладно, сейчас главное закончить вот это. Вот так. Тут. Так, я не знаю, есть ли у нас песок, чтобы сделать стекло. Я не знаю, хватит этого. Думаю, что нет. Так, песка у нас дофигища. Это хорошо. Так, тогда я забыл сделать, забрать, то есть. Ну, я не знаю, сколько это песка. Ну, пусть будет 10 штук. Думаю, хватит. И назад. С этого стекла уже можно что-то застеклить. Да. Еще вот тут. Вот так. Или нет. Или да, или нет. Да, вот так думаю, будет самый раз. Или не знаю, как лучше. Фиг его знает. Как-то мне тут не нравится, что стекло вот так стоит. Не знаю почему. Хотя. Ну не знаю. Потом посмотрим, короче. Не буду сейчас париться насчет этого. Сейчас не это самое главное. Делаем дверь. Две, три. Это выкинем. Сюда сделаю, чтобы вход был, если вот, например, сюда забегаешь, и чтобы вот тут был. Чтобы вот тут был, если отсюда воспускаешься. Думаю, так будет нормально. Сейчас... Сейчас машины разместить. Эту даже не знаю, куда лучше поставить. Ну, не знаю даже. Ну, пусть будет, думаю,
тут. Кстати, она достаточно таки красиво выглядит. А вторая будет... Вот тут. Это вообще огромнее. Вот так, думаю, будет вообще в самый раз. И сейчас, думаю, уже можно поставить вот этот камень, как бы... на очистку. И... уже чуть-чуть побыстрее. Ладно. Пойду я пока стекло заберу. Ну, пускай там плавится. Уже, кстати, все. Не знаю, что это за покемон будет. Думаю, да, покемон по этому самому выгляду. Покемон типа листвы, деревья. Не знаю. Для меня был вариант вот тот Бульбасар, которого мы не словили в предыдущей части. Он вообще самый сильный со всего этого типа покемонов. Деревья. Ну, не знаю. Думаю, пусть будет этот. Ну, как, пусть будет. Теперь уже поздно выбирать, да. И мы не могли выбрать, это как-то автоматически определяется, что ли. Не знаю. Вот так как раз. Так, куда ты упал? Ну, я не знаю, теперь делать покемона? Или в следующей части? Думаю, все-таки может... Ну, не знаю. Думаю, в следующей части лучше будет. Хотя... И... сюда, сюда, сюда... сюда, сюда, сюда и сюда. И сейчас я думаю, все-таки в следующей части, или так как эта часть была посвящена как бы вот этим двум машинам, которые мы сделали, не знаю, даже не знаю. Может, все-таки да, лучше в следующей части. А вот сейчас я еще думаю, немножко пойду поохочусь. Или нет. Или вот что я думаю, лучше сделаю. Так, нет. Я сделаю те самые Rare Candy, только немного у нас их будет, а... только две штуки. Так, как они делаются-то? Фиг его знает, уже не помню даже. А, все. Сейчас. Вот это, сейчас вот это. Да твою, что же я надел? Еще лучше. Ладно, и так нам пригодится в будущем. Ну, не в будущем, что, чтобы, например, если потом еще захочем сделать вот эти же самые Rare Candy, что я теперь буду делать, то они пригодятся. Вот так они. Так, сначала позолотим. Да, только одно получилось. Ну, сейчас еще раз. И вот так. И сейчас. Да, и хлам, конечно, у нас в инвентаре. И так, да, вот тут. И вроде вот так. Да. Две штуки есть. Так, это бы все раскласть.
по местам своим, где-то должно стоять, так как бардак полный. Вот эти самые rare candy, это, ну, я уже как говорил, повышает уровень персонажа. То бишь я сейчас могу вызвать Чармелеона, дать ему вот эти две штучки, и он уже не будет 29 уровень, а уже будет 31. Но пока я не вижу ему смысла давать это, я лучше ему дам, когда он уже будет 34 уровень, чтобы сразу его эволюционировать, Чаризарда, сразу на 36 уровень, да. Ну, сейчас, может, пойду еще немножко поубиваю покемонов. Там еще вроде 3 осталось, чтобы выполнить ачивку. Потом словим слов Пока. Только я вообще не вижу смысла его ловить. Ну, просто так. Так, 14 уровень, 13 и как 31 уровень. Да ну нафиг. Хоть, ну пошли. Дом близко. Нифига себе, Magikarp, 32 уровень. Ну хотя ты слаб. Magikarp. Он еще его даже не эволюционировал. Гюарадуса. Никак не научусь произносить его имя. Что, все? Только один покемон у него был. Ну, пофиг. Нам-то лучше. Ты какой? Не знаю, не вижу. 6. И да, опять я на охоту вышел ночью. Мапалата. Так, короче, ты какой? Ну нифига себе. Я не знаю, на этого 33 уровня я даже не вижу смысла нападать. Хотя, кто не рискует, тот сами знаете что. Не знаю, думаю, что убью, да. Да не думаю, так оно и будет. Так, ты что-то вообще промазал? Опять промазал, ты издеваешься? Вызываем нашего Громилу. Этот, думаю, попадет. Да. И наш Чармелеон 31 уровень, Пикачу 23, и вот этот здоровяк 27. Тоже можно убить. Я уже убил вроде 4 покемонов больше, чем 10 уровень. Этот 15 уровень, ну больше получается, что так. И все. Мы выполнили. Да, вот эту ачивку, ну она и не такая сложная. Так, там вроде где-то рыбка должна была выпасть. С Magikarp'ом, не знаю. Да. Одну мы подняли. Или не знаю сколько. Бум-бум-бум-бум-бум. Да, одну. Ну, нормально. Еще один Пикачу. Иди сюда. Ты теперь будешь крутиться вот тут возле нашего дома, когда я тебя нашел в километре от нашего дома. Бродил не знаю сколько, чтобы тебя найти, а ты вот тут шастаешься теперь. Ну, закон подлости, так оно и есть. Да, этот манки сильный. Так, Пикачу наш 23 уровень. Так, сейчас, да тут нет таких уже и сильных покемонов, на которых можно бы было нормально прокачаться. 10 уровни. 6, еще какие-то там. Ну, я уже даже не знаю, думаю, что на этом можно
уже ничего не делать в этой серии, еще вот сейчас соберу эприконы, которые уже выросли. Вот эти и черные, и желтые, думаю, не знаю. Они нам уже нафиг не нужны. Там столько у меня есть желтых штук, что. Так, что бы выкинуть? Что бы выкинуть? Да фиг его знает, что выкинуть. Так, иди ты, рыба сырая. У нас картофелька есть. И желтые идите нафиг, уже надоели. И ты чё по нашему дому бродишь? Скупнись. Ну ладно, думаю, на этом все-таки уже можно заканчивать. Эта серия была, этот эпизод был как бы только, что я уже нашел вот этот камень фосил, уже его очистил в этой машине, которую мы сделали за эту серию вместе с этой машиной, с помощью которой мы... Я уж даже не знаю, что говорить. С помощью которой мы в следующей серии уже наконец-то вот этот камень превратим в какого-то покемона. Пока даже не знаю какого. Это все-таки секрет. Ну, покемон... Я не знаю, как его можно назвать. Или редкий, не редкий. Но редкие покемоны вот обитают в этом мире. Их можно найти в любом месте этого мира. И он только один на целый мир. Один. Вот, кстати, вот эта коробка, не знаю, сколько их, миллион есть. Это как они почти встречаются на каждом шагу. Думаю, вы заметили. А вот редкие покемоны. Ну, один покемон на целый мир. Да, вообще на целый мир. И он может быть даже не знаю где. Ну. А вот эти покемоны, которые сделаешь с помощью этого камня, вообще в этом мире не существует. Их просто-напросто нет. Они какие-то нередкие или какие-то, можно сказать, старые покемоны, которые уже которых уже все забыли, как бы они уже не существуют, как бы они закаменели, вот там в шахтах всяких валялись, а мы их нашли, сейчас очистили, сейчас оживим. Да, как-то так. Фу, сказал все. И это будет в следующей части. И у нас уже будет 4 покемона, и уже можно будет выходить на полноценную охоту. И к следующей части, я уже думаю, сделаю, может, где-то 5-10-15 покеболов, чтобы нам хватило, чтобы словить, может, еще одного-двух покемонов, если мы встретим тех, что мне более-менее будет нравиться. Ну, и надеюсь вам. Кстати, можете еще раз, скажу, писать ачивки мне в комментарии или куда вам больше угодно, чтобы вы хотели, чтобы я сделал. Ну, думаю, вы знаете, что такое ачивки, не буду я вас учить. Можете писать, например, какого покемона вы хотите, чтобы я словил. И все, да, вроде все сказал, что хотел. И да, думаю, на этом уже можно заканчивать. Спасибо вам за просмотр. Не знаю, думаю, ну, если вам понравилось, можете ставить пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.